Всем давно понять пора, на земле кукуя. Нету хуя без добра и добра без хуя. Это истина проста, но не всем доступна. Хуй был даже у Христа, но он не ёб распутно. Он Христос, и хуй его есть любви начало, а не просто остриё, что в пизде торчало. Он Христос отлично знал, в хуе Божья сила, и грехом не называл то, что жизнь просила, а просила жизнь огня в трении любовном. Но Иисус людей пленял не елдой огромной и не еврей, хоть умел кама сутрить женщин, он пленял тем, что горел, и огнем был вечен. Раздувал оргазм в сердцах, а не только в пёздах. Дух во всех живет хуях, жаль, не каждый к звездам направляет зепли акт. Настало время, и оргазмом млечный тракт посадил здесь семя, семя Будды на земле, семя Иисуса. И теперь вся роль ебаня есть пеление пульса, пульса Божьего Христа, что хуячит в каждом, кто им хочет стать, в каждом, кто отважный, кто ебашит, жизнь любя, от пизды ликуя, нету хуя без тебя и тебя. Без хуя нету хуя без добра, и добро без хуя. Значит, не показалось. Добрый вечер.